Он хочет вам признаться, да, что уже нет сил от вас скрывать, что рвется и просится наружу у вашего мужчины. Что любит вас, что вы очень нужны ему, что хочет быть с вами вместе. Туз-час – это шанс ярких эмоциональных отношений, это шанс любви. Между вами сейчас башня, да, он тяжело очень это воспринимает, хочет быть для вас императором, хочет быть вашим мужчиной, хочет что-то прояснить. Между вами сейчас нет отношений или они медленно сходят на нет. Но мужчина по тройке жезлов очень хочет все это исправить, мечтает о том, что все еще можно изменить. Хотя вы и в паузе, он помнит о вас. Вы для него королева Пентаклей, девушка для серьезных отношений. Девушка, с которой нельзя по-легкому, да, она не воспринимает этого. И он это понял и согласен с этим. Ваши отношения подвисли. Возможно, между вами сейчас расстояние, но мужчина согласен, готов, да, и только позовете, мчаться к вам на помощь, если вдруг вы будете в ней нуждаться. Рвет его на части, хочет видеть, хочет встреч, потому что вы его императрица. Возможен какой-то приезд, или какая-то неожиданная смс-ка, или какая-то неожиданная новость, которую он сделает на эмоциях. То, чего вы не ждете, да, совершенно, это вас очень сильно удивит. Дословно колесница, это вижу. Вижу цель, не вижу препятствий.